И всем привет, с вами Мистик и Лагер. Слышишь, чувак, знаешь, почему я лучше тебя? Не, ну я пока не глухой. Что? Знаешь, почему я лучше тебя? Ну-ка. Это потому, что у меня есть собственный угол, у тебя его нету. Да я тебя умоляю. Это мой угол. Ты видал? Это мой угол, потому что он идентичный. Чувак, это мой сервер, здесь все углы мои. Нет. Да. Это мой угол, я его запатентовал. Да? Да. Можешь почитать патент, и там будет угол лагера. Так и почитай. И не смей меня кикать. Ты такой, знаешь, ты настолько предсказуемый. Как ты узнал? Ты настолько предсказуемый, что, блин, тебя можно прочесть как книжку. Вот, давай, деле, читай вот меня, читай угол меня. Угол был отдельный. Вот ты не читай подошел меня. К этому углу. Что я сейчас делаю? Ты сейчас вот вообще пришел и смотришь на этот угол, потому что он не такой, как все. Но я его тоже запатентовал, и ты до этого не думался раньше. Ты уверен? Да. Ты херню не делаешь, блин, давай же что-нибудь прочитаем. В общем, эта карта не от подписчиков, как я понял, потому что она, по крайней мере, по-английскому. Свет включается. Это просто я этот. Я вижу! Повелитель света. Стоп! Стоп. Привет, Мистика Лагер. Это карта на похождение от Энвиана... Что? Энвианора. Правило 1. ТП использовать можно, небесную силу можно, но нежелательно. Второе. Не взрывать ничего, пока я не скажу. Веселиться. Да, тут просто слишком много всяких редстоун схем, так что, ух ты ж, господи. Ты гляди, старт гейм. Испытание первое, просто парткур. Чувак, ты вообще уверен, что это проходимо, нет? Да, тут ТП-шкаться нужно. Прыгать, в смысле, прыгай, я тебя пну. Нет, ты дурак, ты... Прыгай. Ты понимаешь, что ты хочешь совершить олимпийский прыжок? Ну. Ну, удачи. Пинайся, давай. Прыгай, я тебя пну. Чувак, это ну, нереально, ты лох. Это просто нереально, это физически невозможно, это вообще недосягаемо. Иди сюда. Бей меня. ТБшкась. Мистику советую скелета из сушителя, а лагеру предлагаю крипера. Хули, я, кстати, и хотел его взять, в принципе. Я бы его и так взял, наверное. Так. Это, как я понял, моя одежка. Это моя одежка. Тяк. Упс. Что такое? Я сломал. Что я сломал? Хочу еще раз. Испытание 2. Я знаю, как вы любите лабиринты, но в этом лабиринте нет длинных коридоров, миллиона развилок и необходимости в поиске ключей. Тут есть призы и много ловушек. Совсем немного. Я иду пока... немного ловушек. Отлично. Меня пока не убило, на самом деле. Я пока жив и здоров. Нет, слушай, я как бы тоже пока жив. И даже двигаюсь. Но мне сыкотно, на самом деле, если... Я не знаю, куда я иду, лагерь. Тут... Я иду, я забудался. Упс. Что такое? Там было немножко лавы. Я сюда иду. Потом все. О, я прошел. Да ладно, человек, меня заперли. Я реально прошел. Окей, будем убираться отсюда. ТП-шкайся. Стоп, нам что, реально нужно идти в мир эндера? Упс. Чувак, прикинь? Офигеть, карта. Смотри, нам нужно идти в мир эндера, чтобы добыть ключ. Спавнпоинт! Походу. Ну, как я понял, стоп. Испытание 3. Попадите в край, найдите рычаг и откройте комнату с порталом, чтобы вернуться назад. Давай нажмем на паузу, мне звонят. Нет. Так. Пам-пам-пам. А что там дальше было написано? При этом избегайте взгляда эндермена. Просто не правда ли? Так. Нам нужно где-то здесь найти... Ёптудей. Так. Эй! Так. Себя как люб, как... Блин, не, вообще, мне карта уже нравится. По крайней мере, она не похожа на другие карты. Что ты нажал? Любите исследовать, перед вами целый открытый мир. Охренеть. Кнопка. Чувак, просто беги по лампочкам и ничего не трогай, не смотри никуда вообще. Не прикасайся, просто, как я понял, эндермены не подходят к этим лампочкам. Они не любят их. Не, серьезно, без прикола, смотри, вокруг этих лампочек ни одного эндермена. Ну, блин, я как по ним сейчас бегу. В принципе, по ним ты бежишь, и ты находишь всякие тайники. Так, что у нас? Так, о, глянь, тут сундук паркур. Изумруд. Чувак, у тебя есть изумруд? Нет. Почему у тебя нет изумруда? Вот блин, вот, смотри, сундук. Золотой слиток. И золотые яблоки. Я сейчас закачу истерику. Где изумруд? Не знаю. Здесь я уже собрал лагерь, побежали. Думаешь? Да. Смотри, так, куда мы пошли? Мы пошли прямо и налево, да? То есть ты был в этом, из которого вверх? Да. То есть здесь просят, да? Да, у меня каждый день стояк такой. Нет, стоп, здесь раздатчик просто. Что в нем было?
Там ничего не было. А. Странно, странно, странно. Тогда помешали вперед. Где-то здесь должны потребовать с нас золотой слиток. Чтоб я обменял его. Положите изумруд в сундук, и две откроются. Но изумруд я не знаю, где взять. Чувак, что это за кубик? Подожди, я нашел кубик Рубик, чувак, серьезно. Бывает. О, смотри, походу пока последняя дверь. Ну-ка, здесь вообще не изумруд? Нет, здесь золотые слиточки. Что за... Мне показалось, ли здесь вертолет какой-то был? Что это за мотиво... пластинки какие-то в воздухе? Это немножко странно, на самом деле. Офигеть, сколько тут разных вещей, подожди. Офигеть, рычагов! Нам рычаг нужен был, да? Нет. 8 этих... Так. Подожди, я хочу посмотреть просто, что в той комнате. Не, серьезно, чувак, там какая-то была такая фигня, что ну его нафиг. Серьезно. Где? Когда мы сюда шли. Лагерь, у тебя есть железные слитки? Нету железных слитков. 3 штуки нужно или что-нибудь подобное? Вообще ни одного. Что это за мать его фигня? Серьезно, чувак, я никогда ее раньше не видел. Блин, лагерь, нам срочно нужны еще эти золотые слитки. Окей, я пошел искать золотые слитки. Не, у тебя реально их нету? Один есть золотой. Ну дай сюда. Нет. А изумруды есть? Нету. Лагерь! Ну серьезно! Дай тогда один золотой слиток. Нет. Что нет, у меня их 5 уже. Ты мне его не дашь. Нужно еще 3. Ты так мне... правильно, потому что их нужно все туда потратить. Ты где? Баранушка мне, Иванушка. Ты мне просто 5. Ага. Ну пожалуйста. Умный, да? Слушай, серьезно, нам... я думаю, что эти кубики-рубики надо открыть как-то, потому что они не могут так просто стоять. Хотя нет, могут, тут их дофигища. Да? Да. Ну блин, видишь, здесь нету больше никуда прохода. Вон я вижу, куда проход. Куда? Тут надо спускаться по ступенькам. Эндер, прикинь, Рубика. Эндер какой тупой подошел ко мне, ударился об меня и сдох. Ну все, теперь ты виноват. Нам нужно как-то в эту башню попасть. Точнее, нужен для нее изумруд. Для нее нужно еще 3 железных, ой, золотых слитка. Которые я фиг знает, где они. Так. Блин, в раздатчике был по-любому один слиток, да? Один слиток золотой. Вот. А нужно еще 2. Тут я, по-моему, взял один слиток, да? Тут я взял один слиток. А тут, в принципе-то, дальше я иду, и нигде больше нету подобных мест. То есть они, как сказать, тут граница у них есть, можно сказать так. У тебя точно больше нету? Дай мне пока этот один. Ты дурак? Почему я убился об тебя? Нормально, да? Чё за фигня? У меня шипы. Офигеть! Ты серьезно? Да. Они меня бьют и все умирают. Иди сюда, бей меня! Офигеть, просто я любого бью, я его убиваю. Так неинтересно. Вообще нет, классно так. Где золотые слитки, лагерь? У меня? Все, я умер. В смысле, они у тебя должны быть? Нет, я умер. И что? И все. Поиграл что пацан. Что и все? Вот тут смотри, мы вот тут. Да. Ты серьезно? О, батюшки. А что ты искал? Я вот ты. Ты мне лучше дай золотой слиток. Окей, я тебе дам, как только ты догонишь меня. Ну. Догони меня. Без телепортации. Телепортация это для слабаков. Ну, где мы не были? Догони, ударь меня. Ты дурак! Эй! Догони телепортация меня. Для слабаков! Ну так не такая же телепортация, как у тебя. Какая разница? Ты понял? А прикинь, я, короче, вернулся в тот мир обычный. Не, делаем все по-честному. Мистик 301 был убит, пытаясь повредить лагерь. А как ты здесь оказался? Ты здесь оказался внизу. Батюшки. Ты меня телепортировал к себе. Да? Ты задала, на самом деле. Не хотел. А, стоп! Тут вот. Еще один слиток должен был быть. Вот он! Это еще не слиток, а эти. Думаешь, маленькие эмеральды, ну, в смысле, ты понял. Ну, выбивай их. Так, вот это закончились. Не эмеральды, это наггетсы. Они закончились. У тебя есть наггетсы? Нету. В Макдональдсе спроси. Шутка. Ты тут был? Подожди, 6. Так, ты тут не был. Потому что там эксит. 7. 8.
Почти закончились. Чувак, они закончились. 8 надо, по-моему. Или 9. На одну штуку. 9. А тут их 8, значит, у тебя еще один должен быть, потому нет. Что ты в самом начале нажал на ту кнопку. У меня серьезно нет. А, помнишь, мы тогда нажали, и мы нажать не пошли, по идее, он, значит, там лежал и пропал. То есть, если сейчас нам одного как раз не хватит, то просто возьмем его. ТП. Так, я тут эксплорер пока. Опа-на. Ты где оказался? Не, я думаю, здесь не будет. Дай мне пока один этот. Слышишь? Ты где вообще? Один слиток. Чего я тебя не вижу? Дай слиток. Один слиток для неудачника. Ясно. Ну зато у меня есть 6. А у тебя есть вообще наггетсы или что? А! Нет! У меня блин! Чувак, у меня палец хрустнул, я не нажал пробел и упал. Господи! У меня палец не смог пробел нажать. Ой, ладно, лагерь, я тебя понял. Блин, это так отстойно. Все хорошо, да, лагерь, я тебя понял. В один блок, я просто не прыгнул, у меня палец хрустнул. Шик, меня убили эндеры. Так почему тебе твоя броня не спасает? Не так она, они от меня убиваются, но все равно мне наносят урон, понимаешь? Ядрить вы, бестолочь, сука. Это ж обратка, считай. Я тебе так объясню. Так, так это хоть чего и будет. Так, это обратка-то на время. Стоп. Хоп! Слышал? Стоп. Иди сюда. Лагерь, я, кажется, понял, где последний. Где? Иди сюда. Сейчас, погоди, я тоже хочу мир поисследовать немножко. Немножко. Блин, я слышу, как здесь что-то открывается. Иди сюда. Я иду к тебе. А, стоп, вот еще кнопка есть. Ты дурак? О, вот где мы еще не были. Не, серьезно. Золотое яблоко? В сундук, лагерь. Здесь еще было одно золотое яблоко. Не, в смысле золотое яблоко? У меня золотых яблок вообще... Блин, золотые яблоки нам не нужны. Ты там забирал что-нибудь? В сундук. Подожди, где у нас сундук? У нас сундук, я знаю, где у нас сундук. Да я уже смотрел там в сундуке. Ну и все, что тебе еще надо? Нет, блин, нужен еще один. Вот, иди сюда. Я пока буду бегать по кругу, а ты этот. Лагерь, подойди. Подойди ко мне. Ты где вообще? Здесь. Я тебя потерял, я потерял. Видишь, в другую сторону. Стой, вот, смотри. Я нажимаю, слышишь? Звук. Что-то открывается, посмотри с той стороны. Сейчас. Нет? Нет. Ничего. Печально. Это плохо. Блин, а где еще может быть один? Господи, где-то мы с тобой по-любому накосячили. Нет, ты накосячил. Хорошо. Конечно, кто ж еще? Не логер. Какой такой логер? Как ты такой логер? Пещерка? Нет, здесь нету. Чувак, знаешь, что там внутри? Где? Где? Там, где ты нажимал. Нажми еще раз. Сейчас, а что там? Открывается что-то? Нет, просто нажми. Иду. Посмотри, а где это я был? Так, типа, да ты дурак! Выбирайся, как хочешь. Нам это необходимо. Нет, я уже выбрался. Подожди. Не, серьезно, чувак, я туда проник. Давай проверим. Теперь. Проверяй, что там. Ну, нажми. Нажал. Тут вообще ничего не видно внутри. Да это нет, это просто командный блок, наверное, работает. Он пытается выдавать, но, блин, ну он ничего не выдает. Не, Серёга, ты дурак. Серьезно, вот без прикола. Ну, господи, как ты мог это потерять, дело? Где-то мы один прокакались с тобой. Нет, мы должны спуститься под землю, я уверен, более чем. Мы должны где-то под землю, чтобы найти. Я тебе отвечаю, вообще. Ну, серьезно, ну, мы везде были только... Я вот не понимаю, здесь, что вот это? Почему здесь ничего нету? Нет. Забрать отсюда никак нельзя. Так. Раздатчик. Это, блин... Должны быть еще. Я РТПшнись ко мне. Подожди, здесь изумруд нужен. А где ты? РТПшнись. Но? Твою... не успел тебя к себе РТПшнить. Я был в другом мире. Каким образом? Ну когда я ж тоже умер, ударив тебя. Я знал, что я умру, ударив тебя, и поэтому я тебя скинул одним ударом. Просто скучно было. Говнюк. Короче, давай смотри, как сделаем. Пошли, сейчас я попробую сделать этот последний.
И так как мы не смогли найти, чтобы здесь дальше не мурыжиться, тогда придется добавить Нет, уже через на самом деле я гемот. еще не был в одном месте. Помнишь, я тебе говорил кубики эти? Ну. Эти кубики ведут к одной тропинке, и я свернул эту тропинку, но я думаю, там есть проход дальше. А почему мы тогда не пошли по нему? По этим кубикам? Потому что ты не Ну так врач. Погнали. Чего мы ждем? Может, там, кстати, может и ждет нас последний. Ну-ка, о, вот тропинка, к примеру, да. Вот на эту тропинку я сворачивал. Интересно. А дальше я не был. Стоп. Я нашел. Там сундук я был, я брал. Что там? Там был этот, голова Эндера. Если прошел весь мир и читаешь этот текст, то ты достоин награды. Голова Эндера? Да. Так. Но мы прошли с тобой весь мир. Это как-то плюсик это такой небольшой. И я прошел немножко весь мир. Нет, дальше, видишь, уже ничего нету. Так что пошли в ту комнатку. Чувак, уже. Чувак, я нашел, иди сюда. Где? Не, ну ты надо мной издеваешься. Наглый. Заметь, сразу я даже тебя не бил. Говнюк. Ай, господи, как я это люблю. Так, ладно, все, давай думать. Ну ты говнюк. Ладно, я пойду сейчас доделаю тогда его уже. Давай. Твори, так, чудеса. Вот, твори. Доделал. Здесь две кнопки, слышишь? ТП-шка, жми правую. Кнопка. Правую жми. Нет, там две плиты, чтобы дверь открылась. Да? Да, иди сюда. Сейчас. Буквально 5 секунд, серьезный чувак. Я проверю, там сверху есть открытое или нет. Если там сверху открыто, то мы сейчас пройдем. О, чувак, я прошел. Ну, подожди, иди сюда, я хочу посмотреть, что за дверью. Я не могу выйти, я серьезно. ТПшниц, я потом туда к тебе приду. Да! Ты серьезно, ты лошара, ты понимаешь? Ну, блин, не получилось, но зато я тебя смог заманить тоже. Вот буквально только что ты меня туда заманил, и я тебя туда смог ну, же заманить. Чувак, ну понимаешь, прикол. Давай, показывай, был в том, где. Что. Смотри, допустим, ну. Сейчас. Вот как. Вот эти шутки, да? То ну. Есть я первый придумал, а ты просто повторил. На самом деле. Ну это... так я тебя же на твою же эту уловку и поймал, понимаешь? Ну, блин, то есть ну, ты это, тупой! Это как бы уже неинтересно, просто знаешь на самом деле, что интересно? Что? Что кто-то Андрей и кто-то пройдет сейчас. Ну это было вообще неинтересно. Телепортировать меня к тебе. Да ты что, лагер? Скажи это мне, который уже два раза сдох из-за твоих таких приколов. Так блин, вот я тебя два раза убил, все, мы. Я тебя ни разу к себе не телепортировал, так что. Ну и что? Ты заманивал меня! Нет. Да. Твой интерес заманивал тебя, скажем так. Падла. То есть только ты сам хотел, поэтому ты пошел. Но на самом деле сейчас будет кое-что интересное. Ну давай тогда это уже в следующей серии нет, посмотрим, нет, нет, потом смотри, пусть смотри, когда смотри, мы пройдем. Смотри, знаешь, ну когда мы пройдем, посмотрим это в другой серии. Яр. Знаешь, ну. Что будет самое интересное? Вот подойди ну. К выходу, там где дверь это. Ну. Саса, неудачник! Ты просто ТП-шнулся, лагерь, это нечестно. А? Заходи, дорогой, заходи, гости будешь, заходи, дорогой, прощай. Ну вообще, ладно, мы посмотрим, что там в этом, вообще в этой фигне, не знаю, в следующей серии, будем проходить ее дальше, так что всем спасибо за просмотр, с вами были Мистик Лагер, ставьте лайки, подписывайтесь на каналы и я всем яйцо удачи, уронил! И до новых встреч. Чувак, я... Как ты мог? Я уронил лагерь яйцо. Ну что поделаешь, всем пока.